Ну, не могла я не приехать за ней. Все-таки у моей подруги самые роскошные, шикарные меха. Еще очень для меня важно – это лекало. Все шубки, которые я беру в Fashion Place, они как-то очень модно на мне сидят. Да, Юльчик? Я говорю, как важно, чтобы было правильное лекало. Да. Вообще супер. Да. Класс. Еще одна новенькая шубка. Покоя мне не дают длинные шубы. Чебурашка. Мы с Алиной не можем поделить парку. Блин, какая же она классная. Просто нереальная. Как же мне подходит меха. Блин, какая она клевая. Какая она красивая. Это легкая специально для вас сама купила. Такая прям легенькая, розовенькая. Супер. Когда зима? Скоро, блин. Ты все никак не можешь снять ее с себя. Девочки, смотрите на эту красоту. Это мой любимый мех, самый красивый. Девочки, для тех, кто еще не был у Юльки в шоуруме, смотрите, какие красивые соболинные шубы. Специально для вас снимаю. Элин. Ты как космонавт. У меня, Катя, был раньше такой капор. Такой классный вообще. Офигенный. Классно? Да. Функциональный, кстати, да? Да. Знаешь, даже с каким-нибудь сеторочком таким белым. Да, очень круто. Ну, это вообще топчик. Аукционный баргузинский соболь, девочки. Просто анреал. Тебе подходит, Элин? Такая прям женщина. Ну, да. Офигеть, приехали ко мне. В общем, пошла четвертая бутылка шампанского. И это моя вторая шубка. Походу, мой ремонт приостановится. Девочки, я говорю, мой ремонт приостановится, походу. Лотерея!